Rubber Paint Generation. Сообщество эксклюзивных покрасок. У нас в работе Hyundai Starex, заехал к нам на покраску титан. Красить мы его будем ближе к родному цвету, соответственно, в серебристый цвет с добавлением нашего пигмента Silver Chrome. А низы автомобиля, то есть двери и бампера у нас будут черным цветом. Также вот эти вот хромированные элементы, которые когда-то были хромированы, но сейчас уже в уставшем виде, мы будем смывать химическим раствором и также их делать черный цвет. А по обзору вы уже могли видеть все больные места и все болячки этого автомобиля. А по ходу работы будем разбираться, что, где и как ремонтировать, что вырезать, что варить и так далее. Так что поехали разбирать. Так, ребят, у нас автомобиль уже полностью разобран, и мы уже видим полный фронт работ, который нам предстоит. И тем не менее, мы уже определились, что и как мы будем делать. То есть, тем временем, пока машина разбиралась, мы уже заказали пороги. На нее они будут из двух частей, с одной стороны и с другой. С этой стороны еще также будет перевариваться арка. Вот ремкомплекты у нас уже есть.
По этой стороне мы порог уже срезали. Здесь у нас остается родной усилитель порога. Он тоже в плохом состоянии, но мы его максимально почистили, облили кислотой. Соответственно, еще будем чистить. По согласованию с собственником мы его решили оставить, так как его замена может потянуть за собой последующие работы по ремонту пола и так далее. В общем, когда будем приваривать новую накладку порога, мы ее предварительно также загрунтуем, приварим. В последующем сделаем отверстие в порогах, чтобы была возможность пролить внутрь порога антикоррозийные составы. И также дадим рекомендацию непосредственно собственнику, тоже раз там полгода, все это дело проливать. Здесь будут такие вот резиновые заглушечки, все это будет выглядеть эстетично и, что самое главное, это будет практично. Yo!
Итак, мы уже закончили с кузовными работами. В начале ролика вы видели, что их было довольно-таки много. А пороги переваривались полностью. Слева-справа сделали все очень аккуратненько. Также еще мы будем красить пороги в черный цвет, отбивать по ребру в проеме. И также у нас открашены проемы. Открашены в титан, серебристый цвет. А шагринка мелкая. Всегда делается на проемах, для того, чтобы у нас не изнашивались уплотнители и не было никаких проблем с протечкой. А по этой стороне у нас менялась арка задняя. Вырезалась, потому что полностью сгнила и новая приварилась. И также проводились работы по сдвижным дверям, то есть по низам. Все полностью вычищалось, прокладывался новый герметик. Сейчас мы это все будем накидывать на машину, устанавливать все двери и уже будем, собственно, красить весь кузов.